Итак, всем привет, с вами, как всегда, Дезертир, я хочу быстренько попробовать пройти миссию «Месть Хокстона». Проходится она в один день, насколько я понимаю. И суть в чем, у нас, нам понадобятся только мешки для трупов, это я покупаю для достижения, это нам не нужно, поэтому только мешки для трупов. Они очень важны, очень нужны, и, в общем, сами все знаете. С чего же стоит начать? Во-первых, у вас будут разные вот такие вот замки, и для того, чтобы открыть, вам потребуется, например, ключ карты, плюс глазное яблоко начальника ФБР, ключ карты плюс код компьютера, ну и в последней вариации это код компьютера и глазное яблоко. Так что как-то так. Естественно, вынуть его нельзя, так что придется подводить начальника ФБР. Также не думайте лезть в дом напрямик, он окружен вот такими лазерными лучами и датчиками движения. Соответственно, они не дадут вам проникнуть внутрь дома, и вам придется сначала отключить сигнализацию. Этот компьютер поможет вам открыть сейф. Находится он в разных местах, ищите его в доме. Иногда за место компьютера вам может попасться телефонный звонок. Тогда вы должны залезть на столб, как показано в этом видео. Today's code is 8394. Please remember it next time. This is very sensitive information. Yes, that will do. Thank you. В том случае, если вам нужен глаз, вам придется привести его самому. Как правило, он находится рядом с сейфом, то есть если он находится здесь, значит сейф находится снизу. Если он находится наверху, на втором этаже, чуть выше, да, то сейф находится где-то там. С большой вероятностью, как правило, он находится рядом с ним. Но не всегда. Он может находиться здесь, но это не значит, что вам понадобится глазное яблоко для открытия двери. Поэтому смотрите сами. Но обязательно его убивайте по той причине, что если вы его не убьете и не свяжете, и куда-нибудь отойдете, то будет примерно то же самое, что будет здесь. Вот смотрите, меня спалили, я убиваю в этот момент охранника, вроде бы отвечаю на пейджер, все нормально. Этот сел, боится. И вдруг, что? Правильно, он начинает звонить. Вывод, убивайте. Собственно, начинаем миссию. Как я уже сказал, на среднем уровне сложности, дабы тупо продемонстрировать вам карту и все ее возможности. Вот. Поэтому просто мы спокойно будем делать на этой карте все, что захотим, показывать вам все, что захотим. В принципе, я показал в начале ролика о том, что здесь нас ждет. И основные такие, на мой взгляд, личные моменты. Так что поехали. Вот там вот летают дроны, здесь и с другой стороны. Поэтому под них вы навряд ли попадете, хотя... Ну, в том плане, они вас не запалят, в отличие от тех же камер. Первое, что мы делаем... Ну, во-первых, можно доски взять. И первое, что мы делаем, и самое, собственно, важное, что мы делаем, это мы находим алармбокс, так называемый. Если у нас не получается его найти через окна, а у меня получилось в данном случае. Так, я вижу свет в конце тоннеля. Так, о, ключ-карта. Блин, иногда вот просто везет, иногда нет. Короче, ключ-карта иногда может тут валяться, я не знаю. Повезло. Так. Смотрим, когда охранники у нас расходятся. Взламываем замок. И у нас будет 45 секунд на то, чтобы отключить гребаную сигнализацию. Отлично. Собственно, ключ карты лежала на том маленьком столике. Так, он на лестнице. Хорошо. Если фонарик светит вот по вот этой стенке, значит охранник на лестнице. Я нашел вторую ключ-карту, это замечательно. Это значит, что наша дверь открывается через ключ-карту. Я даже нашел три ключ-карты. Это значит, что я могу еще и камеры отрубить, которые находятся очень часто в подвале. Чтобы пройти в подвал, сейчас я вам покажу, куда вам надо идти. Не, ну в принципе у меня как бы джеймеры есть. Я могу в принципе и через них туда забежать. Но...
Это вовсе не обязательно. Так. Ну, просто камеры мне вообще не улыбаются ни с какого боку. Ага, тут, кстати, открывается, видите как. Здравствуй, мой дорогой дружочек. Итак, в итоге у меня сейчас на миссию получается около 4 мешков. Я надеюсь, что здесь его никто не заметит. А, камеры теперь под моим полным контролем. То есть, никто за ними не следит. Дверь, к сожалению, закрыть, как и всегда, нельзя. Но это мне не будет мешать особо проходить миссию. На этом я, по крайней мере, надеюсь. Так что вот так. Хотя можно, собственно, камеры и не вырубать. Так, вот улики. Я даже не знаю, как бы мне их так получше спрятать, чтобы их никто не заметил. Ладно, ищем паник рум. Тревожную комнату. Я надеюсь, он сейчас пройдет мимо. Ну иди же, дружочек. Ну зачем тебе вниз? Ну нахрена? Оу. Так, один наверх, один вниз. Вниз ко мне, да? Ну, я так и подумал. Я так и по... Нихрена себе. Пошел сначала сюда, потом взял, развернулся и пошел в другую сторону. Так никто не делает! Sorry, I walked into a lamppost. Everything's fine, except for the lamppost. It's messed up. Итак, я очень сильно надеюсь сейчас на то, что комната будет где-нибудь вот тут, вот, например. Собственно, насколько я понимаю, комната может находиться здесь. Может находиться вот тут. Но самое хорошее, и мне походу в этом повезло, когда она находится снаружи, в другом здании. Сейчас он сюда зайдет, и я попробую быстренько спрыгнуть и убежать вниз. Отлично, мне это вышло. Так, где у нас находятся мешки? Насколько я помню, находятся мешки у нас снаружи. Значит, надо пойти и забрать оставшиеся мешки, чтобы мне больше не пришлось о них вообще беспокоиться и заодно за ними бегать. Это мне не улыбается. Мешки все тут же находятся. Прям такая неожиданность. Все же в этом же самом же месте. Это очень приятно. Можно подождать, пока он отвернется. Можно и не ждать, пока он отвернется. Главное это сделать более-менее тихо. На этом обзорном прохождении я просто показываю вам, что, собственно, вы должны более аккуратно проходить. Не так, как я, не вздумайте так проходить. Это очень опасно, это очень плохо. Нет, конечно, это можно делать, но будет, скорее всего, сопутствующий ущерб в виде нескольких убитых охранников. Так. Вот наш сейф. И, собственно, теперь, что нам нужно сделать, это не спалиться боссу. И отвести босса к нашей... Так, к нам идет охранник. Я правильно понял? Да, мать его, я понял правильно. Короче, дожидаемся момента, пока сверху не будет ни одного охранника. Вяжем босса, ведем босса сюда, убиваем и прячем его вот в соседней комнате. Или в этой комнате, если дверь вот там. После того, как босс нам откроет вот эту дверь, он нам больше не нужен. Это сопутствующий ущерб. Нет, конечно, вы можете его связать, довести, но есть большая вероятность, что вас могут просто-напросто заметить. А этого мы допустить, как вы понимаете, не можем. Поэтому просто его убиваем. Так, охранник вот здесь, второй охранник снизу, но он нам не интересен, он находится в другой комнате. И босс у нас пока что там. Отлично. Давай, уходи отсюда.
нам здесь не нужен. Ответ на тебя тратить я не хочу, мешки тоже. Тем более, что нам придется потратить один из мешков на босса, а один на того, кто стоит за этой дверью. Итак, еще раз повторюсь, дверь открывается в несколько этапов. Сначала вы вставляете две ключ-карты, например, или же код. И потом вы, например, ставите вот этот глазной сканер, подводите к нему, соответственно, босса ФБР. И потом ждете минуту, после этого дверь открывается. Возможно, на Dead Witch или Оверкиле все меняется. И время будет больше, и прочее будет больше. Дад! Ты отсюда думаешь, уходить или нет? Молодец. Когда он заходит вот в эту комнату, а он может сюда зайти, не бойтесь, он будет где-то вот здесь, насколько я знаю, и дальше особо не зайдет. Так что если у вас хорошая незаметность, то он вас не заметит. Плюс вы находитесь за шкафом или гардеробом, я не знаю, что это. Вот, но в любом случае, он вас здесь не должен заметить. Главное, чтобы он отсюда смотал как можно быстрее, потому что это просто затягивает время. Можно, собственно, и здесь, по идее, спрятаться. Он здесь вас тоже не должен запалить. Вот, он уходит, и сейчас я просто очень сильно надеюсь на то, что второй охранник в это время не поднимается наверх. Потому что если он поднимается, меня сейчас запалят, и это будет стоить мне как минимум одного ответа. Как максимум это мне будет стоить перепрохождение миссии. Так, вот он отвечает. Точнее не отвечает, а показывает свой глазик сканеру. Мы его убиваем, потому что он нам не нужен. И прячем труп, как я и говорил, вот в этой комнате, вот здесь. Точнее, не в комнате, но, в общем, вот здесь вот. Сейф может, кстати, находиться в любом из вот таких вот отсеков. Я их показал вам все. Но сейфы я вам все, наверное, не покажу, потому что мне попадались очень небольшое количество мест, где он был у меня. Но я покажу, наверное, все, которые у меня были. Так. Насколько я помню, карта находится у меня где-то здесь, рядом, поэтому я лучше пройдусь вот так вот, заберу ключ-карту, пройду к этому сейфу и подожду минуту. Насколько я понимаю, у меня сейчас один охранник наверху. Что означает, что он там, твою мать, стоит и пялится прямо на меня. Ну, конечно же, ты не мог ничего умнее придумать, как взять и спуститься вниз, да, после того, как ты тупо зашел наверх. Ты же, мать его, самый умный охранник на планете. В общем, еще раз повторюсь, я обожаю этот скилл, который отмечает нам наших противников. Но иногда он подводит. Так, нам нужно дождаться, пока второй охранник отсюда к чертям смотает. Потому что, по-моему, время, если они заметят, они тоже могут как-то не так отреагировать. Хотя у меня, например, они, по-моему, не реагировали. Но на всякий случай я лучше, знаете, перестрахуюсь. А вот... Итого у меня пока два трупа, два ответа. Хотя почему два, непонятно. У меня же вроде менеджер был. И вот там труп. А, да, все, вру. Да, все правильно, все правильно, все верно. Я же камеры снял. Так, ну уходи давай. Как они долго, блин, уходят. Вот это вот бесит, конечно. Итак, теперь нам нужно подождать минуту. Он будет постоянно говорить, но с большой вероятностью его, по идее, не должны заметить. Что, кстати, странно. Я бы, например, заметил, что что-то не так. Так, осталось 40 секунд.
принципе, время здесь идет относительно быстро, но и медленно, потому что... Fuck the timeline. Let me out already. I need a goddamn smoke. Так. Ждем. Чуть-чуть времени осталось. 20 секунд. На всякий случай я как бы сторожу, если вдруг его кто-то решит проверить. Но вообще, как бы, когда дверь будет открыта сейчас, то есть ему не дадут выйти прям сразу. А дверь сначала чуть-чуть откроется, потом она откроется более сильно. На всякий случай я выйду, проверю. Вроде ментов нету, но вроде мент поднимается. Значит, нам нужно это сделать максимально быстро. Вот, кто не понял, это был Гектор. Так вот, кто не понял, это был Гектор, и... Ох ты ж, здесь прям два охранника пришло. Прям два охранника пришло проверить Гектора, но Гектор это уже нет, дорогие мои друзья. И, кстати, непонятно, почему они не запалили открытый сейф, как это обычно бывает. Ну окей. То есть открытый сейф им почему-то не палится. Хотя, возможно, у меня просто они не успевали его заметить, и сейчас они его спалят, и тогда мне придется отвечать на два пейджера, что нифига не круто. Ну окей. Но теперь они, кстати, ходят, по-моему, мимо этой комнаты. В любом случае, у нас сейчас два трупа. И один охранник, который меня бесит, потому что он здесь стоит. Открытый сейф. Наверное, так все и должно быть. Подумал охранник и остался спокоен. Так, давай, друже, уходи оттуда. Ты мне там вообще ни капли не сдался. Ты мне там... Ты чё так офигел поворачиваться прямо на меня? Совсем охурмел, бедняга. Так, ну здесь, собственно, ничего интересного, кроме полной брони для Хокс на каких-то там журналов и прочего. То есть, в принципе, вот так вот он и обитает. Так, давайте я даже не знаю, блин, как бы мне с уликами-то так аккуратненько пройти вниз, чтобы меня никто и не заметил. При этом, чтобы я более-менее аккуратно прошел. Давайте я вот сюда смещу, потому что на лестницу лазить туда-сюда мне точно не улыбается. Лазить, тоже сказал, называется, блин. Так, у нас две улики из четырех. И мы быстро идем вниз. Оп, все. Отлично. Так, не воспроизводите записи, они могут нам очень сильно навредить тем, что... Тем, что... Просто они нам навредят, в общем. То есть придет охранник такой, о, типа записи работают. Странно, ну окей. Как обычно, знаете, то есть... Привет, камера. На камере мне пофиг, да? Да, я же отключил камеру, я же умный. Так. Теперь мне нужно найти еще... Еще... Две улики. Я вижу еще одну. Точнее, вижу просто одну улику, а не еще одну. Давайте я лучше вот так положу. Если что, я достану улику, я уж как-нибудь там разберусь. Видно, где здесь дырки среди забора? Вот, дырка есть, и если там нет охранника, это будет просто... замечательнейшим образом помогать мне вытаскивать сумки. И там охранника нету. То есть вы понимаете, да, насколько это будет в каком-то смысле мне помогать. В крайнем случае у меня есть два ответа. Джеммера. Все это мне поможет. В любом случае. Поэтому... Я надеюсь, что охранники не замечают дырок в заборе. Ну, это же просто дырка в заборе, правильно? Что ее замечать? Так, улика. Так, стоп. Давайте найду сначала еще одну улику. И заодно, друзья мои,
Помимо того, что я ее найду, я должен буду ее отнести сюда и перенести еще те две улики тоже туда же. Мать твою, за ногу! Я возьму здесь две улики, перенесу туда одну. Хотя, возможно, попробую. По возможности перенести все улики. Ну, обещать не буду, ребят, обещать не буду. Постараюсь максимально аккуратно это все сделать. Но вы сами понимаете, насколько это может быть опасно. Поэтому я не могу вам ничего обещать на 100%. У меня есть как бы два пейджера, но не факт, что они меня спасут. Потому что, как правило, здесь происходит очень хорошая штука, когда вас замечают, вас может заметить один, за ним второй, за этим вторым третий, и по цепочке вас каждым разом будет замечать все больше и больше людей. На самом деле, главное не попадаться. Я нашел 5 улик, возможно, их здесь больше. Я не обещаю, я не знаю, сколько их здесь. Скорее всего, в зависимости от сложности, вам придется, например, вытащить больше и больше улик с каждым разом. То есть на Overkill и Twitch, наверное, вам придется вытащить огромное количество улик. Но я думаю, что вы, ребята, справитесь. Вы же умные, правильно? Вы же умные, ребята. Вы же справитесь со всем. Так, то, что здесь был охранник, это не очень хорошо. То, что он ходит диким рандомом, это хорошо. У меня немножечко подфризывает Payday. Это меня не очень устраивает, но это не очень плохо. Я попробую отнести все сумки. Конечно же, я попробую это опять же сделать аккуратно, но надеюсь, что у меня это получится. Сделать тихо, аккуратно и все такое. Так. Относим. Ух-ух-ух-ух-ух. Охурмел охранник, совсем охурмел. О, охранник, ты чё? Совсем хурмы переел. Так, улики. Улики, улики, улики. Положу одну сюда. Еще одну сюда. Так, все последнее. Так, 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 так. Аккуратно. Главное это тихо сделать. У меня есть некоторое время, пока охранник не пройдет следующий круг. Потому что здесь они ходят по одной и той же траектории, как правило. Иногда могут, правда, ее менять. Это же охранники в Payday, чё? О чем мы вообще с вами говорим, ребят? Это же охранники в Payday. Они могут вообще ходить дичайшим рандомом. Несмотря ни на что. Сбивая вообще на все. Ой. Сумка, мать его. Блин! Я не успел. Ну, в общем, собственно, вот так вот проходится эта миссия. Я надеюсь, вы поняли, как ее проходить. В принципе, да, то есть это был нормал. Еще раз повторяю, на Deadwitch и Overkill все может отличаться, но в целом суть примерно одинаковая. Вам нужно либо найти карты, либо найти компьютер, либо найти главу ФБР, чтобы открыть эту дверь. Да, то есть там это как-то будет варьироваться, либо там карты с ФБРовцем, либо карты с кодом, либо ФБРовец и код, либо код и карты, либо ФБРовец карты. Ну, в общем, как-то так. Это все варьируется, да, то есть. Но главное, что остается, это то, что всегда в чуланах будет этот сейф. Он всегда будет в разных чуланах, в разном месте. Если он на том втором этаже, где был все сейчас у меня, то, скорее всего, вам повезет, и вы легко пройдете. Если же он будет где-то в другом месте, то вам будет, скорее всего, сложнее. Впрочем, кстати, снизу в подвале это тоже сделать более-менее легко, потому что там почти никто не ходит. Ну, по крайней мере, на этом уровне сложности никто не ходит, а так все, в принципе, вот как-то вот так вот проходит. Ладно, я думаю, суть вы уяснили. То есть сначала мы берем, находим, значит, алармбокс. Через камеры, либо визуально. После чего мы заходим в дом, отключаем сигнализацию. После чего мы находим тем, чем... Ну, находим либо сам сейф, либо находим то, что может открыть этот сейф. Соответственно, впоследствии мы открываем сейф, убиваем. Убиваем обязательно.
и прячем его труп. После чего оттаскиваем по ссылке. Все. На этом, собственно, вся миссия заканчивается, и это хорошо. Всем спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, Дезертир. Надеюсь, вам понравилось. Всем удачи и пока-пока. А, ну и да, вот вам маленький ролик о том, как же выглядит Гектор. Вот такой вот он у нас.